52 года вместе. Супруги Комановы сегодня вспоминают прожитые годы как большое семейное счастье. Это была любовь с первого взгляда, плюс полное взаимопонимание. Вообще-то мы сибиряки. Я из Бурятии, он из Новосибирской области. Училась в Читинской области, он в Уссурийске. И встретились мы в поезде. Все сидели, в карты играли, а он подсел ко мне. И с тех пор вот 52 года. С 65 года мы не расстаемся. Любые годы в невзгоды мы делим, так сказать, все пополам. На сегодняшний день у нас двое детей, дочь и сын. Четверо внуков, три внука и одна внучка. Мы чувствуем себя счастливо. 8 золотых пар чествовали в Самарском микрорайоне Загорка-3. Торжества приурочили ко всероссийскому празднику семьи, любви и верности. Прожив душа в душу больше 50 лет, они не просто доказали святость семейных уз. Их жизнь – хороший пример для молодого поколения. Получается, в жизни должны быть некие ориентиры, да, некие такие маяки. И очень важно, в общем-то, и почествовать тех людей, которые заслужили, которые прошли эту долгую жизнь и являются таким примером, таким маяком для молодых пар и для молодого поколения. Мы делаем это мероприятие, важно то, что, объединить между собой соседей. Поздравление золотых пар организовал общественный совет микрорайона. Такие встречи во дворе в годы их молодости проводились часто. Тем временем здесь уже строят новые планы по поддержке семейного досуга. Конечно, у нас много планов на будущее, и общественные советы, в том числе координационные советы микрорайона. Следующий праздник, который у нас планомерно назначен, и это День физкультурника, где не только будет участвовать каждый дом, но и микрорайон в общем. Впрочем, не только праздники. С созданием общественных советов удалось реализовать многие инициативы жителей. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.